Привет, френды! Сегодня очень рано, буквально 4:30 еще. Мы уже на воде, и ловить мы будем на очень непонятном водоеме, сильно запрессингованным. В принципе, это один из заливов Днепра, но опять же, он очень сильно запрессингован, и поймать здесь непросто. Я был здесь десяток раз и ни разу не попадал на хороший клев. То есть клюет здесь примерно раз в 1,5 недели. И если вы попадете в этот день, то вам очень повезло. Что по рыбе? В основном здесь окунь. Редко попадается судачок, не крупный. Еще реже щучка, очень редко жерех может проскакивать. В общем, рыба клюет вообще не часто, и я не знаю, почему мы сюда приехали вот сегодня. Я зарекался, что сюда больше не приеду, но приехали. Будем с вами вместе искать рыбу, пытаться ее как-то поймать. Ну и, быть может, что-то из этого получится. Даже не знаю, давайте пробовать. Сейчас я стал на мелечке, первые забросы делаю на вертушечку. Вот здесь видно, окушок иногда выходит погонять мелочь, но пока что клевать на нашей приманке он отказывается. Глубина здесь буквально 0,5 метра, наверное. Итак, первая поклевочка. Что-то у нас не маленькое, наверное, щучка. Взяла на вертушечку. Фрикциончик скрипит. Ух-ух-ух. Ух, хорошенькая. Да, щучка. Судак, да? Да, да. Щучка такая закилушка, наверное. Взяла буквально возле островка травы на вертушечку. Ну и что, начало есть. Столь безнадежный водоем дарит первую рыбку. Не знаю, раздача, не раздача, но буквально 5-я проводочка и уже 3-я поклевка. Что-то у нас село. Окунь, окунь. Хороший окунь исходит. Значит, да, окунь. Да. Здесь стайка окуня стоит, наверное. Сейчас мы ее попробуем разловить. Не-не, там серьезно. Ух, поклевочка.
Буквально он здесь метрах в 10 от нас. Хороший окушок. Пусто. В общем, сегодня рыбка клюет у нас по мелячкам, причем вот между травой буквально находим углубление, окошко, и бросаем туда вертушечку, и окушок ее, как правило, догоняет. Было уже штук 6 поклевочек в таких типичных местах. Вот сейчас я переплываю в очередное окошечко между травками и посмотрим, сохранится ли наша закономерность здесь. Хотя вижу, здесь и окошечка как такового нету, все в траве. Ну, попробуем. Попробуем. Так, первый заброс. Опа, поклевочка была, была поклевочка. Опять же таки не крупный окушок клевал. Опа, ах, сход, сход был, сход. Похоже, что окунь. Как-то вот рыба сегодня не то чтобы била, да, а садится как трава буквально на приманку, и непонятно. Оп, опять контакт. И вот не совсем понятно, трава была или рыба, да, часто просто не подсекаешь, думаешь, это трава, а на самом-то деле это была вовсе и не трава. Поэтому подсекать, наверное, буду почаще. Пусть лучше лишний раз подсеку. К слову, дебютная щука для этих мест у меня. Раньше никогда я здесь щуку не ловил. Ловил жереха, окуня, судака ловил. А вот со щукой мне здесь как-то не везло. Поэтому даже не знаю, стоит ли упираться в щучку. Быть может, это случайная поимка. Хотя в этом году сюда щучка вроде как зашла в больших количествах. И она время от времени проскакивает другим рыболовам. Перспективные такие мелячки, и проводочка вроде получается неплохая, травку не слишком мы цепляем, но поклевочек нету, нету поклевочек. Наверное, рыба стесняется камеру. Вот стоит выключить камеру, и случается, как правило, поклевочка. Сейчас я забросил вдоль уреза травки.
Может быть, из нее выскочит щучка? Нет, чисто. Чисто. Так, забросим еще в зону поклевки, где были. А вдруг, да, окунь там опять проявит интерес к нашей приманочке. Сбрасывается, вот видно, краснопер везде. И достаточно неплохого размера, поэтому если у нас не будет клёва, то, может быть, мы доловим краснопера на поплапопер. Посмотрим. Заброшу прямо в травку сейчас. Вот туда. А вдруг да что-то и возьмет. Нет, ничего. Ладно, плывем дальше. Сегодня вот самые интересные поклевки у нас происходят не на камеру, к сожалению. Только стоит отключить камеру, как следует, очень интересная поклевочка. Скажем, там щучки или крупного окуня. Даже не знаю. Ух, поклевочка была. Но это окунь, это окунь. Надеюсь, хоть эту поклевочку вы увидите в слоу-моушене. Хорошая поклевочка такая. Серия из ударчиков. Ну, характерна для окуня. Кстати, вот первая поклевка, которую можно четко охарактеризовать как поклевку, да? Все остальное практически садится как трава. Да, интересно. Щучка у нас выходит на мелячок. Здесь вообще в этом месте более распространена ловля окуня с ямы. Здесь ямка до 10 метров. И вот большинство рыболовов именно там и рыбачат. Потому как здесь на мелячке обычно пусто. Пусто, но не сегодня. Сегодня здесь очень даже неплохо отзывается щучка. И причем щучка сидит в самой глуши травы. Вот. Буквально на открытых участках ее и нету. А только бросаешь под островок, и бабах есть. Вот так вот как-то получается. Вот произошла поклевка. По всей видимости, это щучка снова. Снова неплохая щучка.
Но знаете, ребята, это уже интересно. Рыба села в траву. Сейчас надо ее оттуда выкачать как-то. Не знаю даже, есть ли там рыба. Есть. Ух, какая бойкая щучка попалась нам. Снова садится в траву. Ну, для ультралайтовой снасти это совсем не мелко. Я щучка, конечно. Ух, что она вытворяет. Ай-яй-яй, красота. Красота, просто красота. Ну что, возьмем ее уже. Сегодня нам показала отличное шоу. Вот так вот. Смотрите, какая рыбка отличная. Красавица. Вторая щучка в этом месте, это, ну, для меня неожиданность, большая неожиданность. Сейчас попробуем мы ее отцепить. Вот очень удобно пользоваться гриппом во время этой процедуры. О! Красивая щучка. Очень красивая. Вот очередная поклевочка. Рыба села в траву. И вот неизвестно, есть там что-то или нет. Нужно подплыть. Судя по поклевочке, был окушок. Остался он, не остался. Сейчас мы увидим. Да, есть окушок. Вот такой вот небольшой матросик. Не совсем и маленький, правда. Клюнул на такую вот вертушечку. Ну что, отпустим его. Красавчик. Сейчас мы обловили очередные мелячки. Поклевочек здесь не было. Передвинемся дальше и посмотрим, что нам принесут остальные места. Солнышко уже поднимается, и вот если щука еще и будет клевать, то это последние часы, на которые я рассчитываю. Потому что передают сегодня 30 тепла, солнечно, и едва ли щука по такой погоде будет клевать. Ну, посмотрим. Во всяком случае, еще часик-два у меня есть на то, чтобы поймать щучку. Сейчас мы плывем по сплошной травке, и вот на ее урезе я хочу выставиться. Только не видно этого уреза, сплошная трава везде. Нужно подыскать правильное место. Место, на котором сегодня урез травы с переходом
в глубину 2-метровую. Вот и есть правильным местом для сегодняшнего дня. Есть здесь и травка, часто и свободные от травки также есть. Но глубины не хватает, не хватает явно глубины. Щучка сегодня в таких местах себя не проявляла все же. Но надо пробовать. Так, поклевок нет, активности не видно на этом участке, поэтому плывем дальше. На часах уже 8:35. Поклевочки как бы и прекратились. Последний сход щучки был с полчаса назад, наверное. И все, буквально и все. Сейчас пробую облавливать бровочки, ямку, но пусто. Щучка по мелякам также перестала клевать. Возможно, как раз солнце, вот эта жара, и дает о себе знать. Собственно, давненько уже не было поклевочек хищника, и я решил попробовать ловить такого поппер. Красноппер вроде как проявляет активность, правда ветерок, волна. Эти факторы не слишком способствуют ловле на поппер, но попробуем. Всплеском здесь вроде как мелкий красноппер, клюнул совсем. Сейчас мы попробуем заловить. Может там стайка стоит такого. Опа! Красавец однозначно. Вот клюнул на поплопопер, да. Буквально рыбалка уже сошла на нет, поклевок хищника вообще давно не было. И вот в такие моменты очень интересно побаловаться поплопопером, половить такого классного красноппера. Давайте мы здесь заякоримся сейчас, да, и попробуем уже с якоря половить. Это нас сносит по чуть-чуть. Так, вот мы заякорились, теперь попробуем уже половить красноппера более с устойчивого положения. Здесь идет волна и не видно, где красноппер играет, поэтому ловить будем наугад. Будем надеяться, что шлепок от поппера привлечет к нам рыбу.
Красноперс возьмет имитацию. Опа, есть. Ух, какой хороший красноперс. Отменный красноперс. Садится в траву. Не знаю, дотащу я его или нет. Ух, какой же хороший красноперс. Вот вам и поплопопер, вот вам и бесклевье. Даже в такое бесклевье, какое наступило сейчас, можно ловить такого шикарнейшего краснопера. Смотрите, просто отменный краснопер. Супер, супер. Это уже супер. Такая рыбалочка мне нравится. Утром щучка в перемешечку с окунишкой. И вот сейчас краснопчик, ну, отменно, отменно. Так, давайте его выплывем. Вот времени у нас для рыбалки уже осталось совсем немного. Но я уже сейчас вижу, что это оставшееся время мы можем провести с пользой. Так как краснопера здесь хоть и не видно поверху, но он здесь есть и очень неплохой. Ух, поклевочка. Ну это не слишком крупный. Хотя в целом тоже достаточно неплохой краснопчик. Вот такой вот. И вот только попадаем в правильную зону, и сразу же идут поклевочки. Была поклевочка. Ух, потопила. Есть хороший опять краснопер. Смотрите, какой хороший краснопчик. Ух, какой. Вот это я понимаю краснопер. Да, краснопчик передвижной сегодня. Он то тут, то там. Опа-па. Есть, сошел. Мелкий. Так, попробуем бросить сюда. Поклевочка была. Опять поклевочка. Ну, видимо, мелкий краснопчик просто. Вот, вот он и есть. А, сход. Да, мелкий краснопчик. Покрупнее нужно искать. Так, ну по краснопперу мы отловились уже, собрались даже домой. Вот я сейчас дрейфую к машине. Что можно сказать по поводу сегодняшней рыбалочки? Откровенно удивила щука здесь. Ну, очень необычное явление. Да, а она клевала, было 3 схода, 4 поклевки, 2 поймал. Вот. Клевал краснопер. В целом рыбалочка удалась. И вот я на этот водоем как-то был сказал, что если бы меня сюда повезли и доплатили еще плюс, я бы сюда не поехал. Но вот после сегодняшней рыбалочки, наверное, свое мнение я изменю. Потому как рыбка есть, ее нужно искать. Да, трудовая рыбка, но она приятная.
трудовая. Собственно, рыбалочка удалась, день подходит к концу, да. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.